Гей-гей-гей, через день наступає весна. Я її вже зачекалася, а ви? Тож давайте дізнаємося, що очікують миколаївці від весни 2017. Звісно. А що ви хотіли робити по весні? Ну, я родився весною, свій день народження жду. Що ви можете пожелати миколаївцям? Миколаївцям? Ну, що би пожелати такого? Ну, щоб для кожного весна принесла щось особливе, якийсь праздник, не знаю, якесь чудо принесла. Чтобы кто-то стал счастливым, кто-то встретил свою любовь. На весну 2017 я хочу пожелать, чтобы Николаев процветал, чтобы было много хороших мест, где можно отдыхать там, с детками и вообще, чтобы этот город стал самым красивым городом Корабелов, как раньше. Конечно, ожидаю. Что вы хотите от него получить? Море впечатлений и всего хорошего. Что бы вы пожелали николаевцам на эту весну? Я бы пожелал, чтобы они радовались приходу весны, никогда не унывали. Всего наилучшего им. Цветы, радость. На дачу выехать, на природу. А что вы пожелаете николаевцам? Ой, николаевцам мира, благополучия. Спокойствие, радости. Да. Хотя бы изредка. Веселых лиц. Все ходят вниз опущенные лица. Немножечко радости людям. Какое состояние людям. Знаете ли вы весну? Да. А что вы хотите от нее получить? Тепло. И хорошее настроение. Тепло, чтобы не было грязи вокруг этой, чтобы наши службы успели все убрать после зимы. Не было мусора, листьев, всего того подобного, что люди набросали зимой. А что вы пожелаете николаевцам на эту весну? О, теплоты, больше романтики, больше прогулок по городу. Николаевцам... Ну, радості, весілля і любви. Тож, як бачимо, не тільки я зачекалася на цю весну. Всі миколаївці вже мріють про тепло та яскраве сонечко. Тож, наша команда бажає, щоб ваші мрії здійснилися якнайшвидше.